Можно начинать, да? Да. Да. Здравствуйте. Давайте продолжим. Что мы делали в прошлый раз, я просто напомню. А, вот здесь у нас есть же какая-то аутбрей. Да, конечно, алгебрей. Пока не важно, каким полем, любым. И линейная форма есть какая-то. То мы поставили постсимметричную линейную форму. Это лямбда. Да? Которая на парочке векторов из G. Есть просто от лямбда от коммутатора. Вот. Она, естественно, постсимметрическая, потому что коммутатор постсимметрический. И дальше P. G называется поляризацией для этой линейной формы, если, во-первых, это под алгебра, а во-вторых, максимальный затрок этой пространства вот для этой формы. Да? Вот. Мы доказали теорему, что если в алгебре есть полный флаг идеал, то у любой линейной формы есть поляризация. В частности, для непатентной алгебры у любой линейной формы есть поляризация. Да? И размерность мы записали, что размерность минус размерность ядра этой формы бета-лямбда. Это удвоенная размерность поляризации. Может быть, еще это равенство в таком виде будет удобно переписать. Давайте я к обеим частям прибавлю размерность g и перенесу это туда, это сюда. Получится 2 dim g минус 2 dim p равно dim g минус dim ядра. То есть удвоенная коразмерность поляризации равна коразмерности ядра. Вот так. Что надо? Вот. В общем-то, это все, что мы сделали в прошлый раз. На этом закончим. Заявленная цель, чем мы будем дальше заниматься, это описывать представление вот такой группы. И треугольный круг. С единичками на диагонали. Где есть какое-то конечное поле. Мы требуем, чтобы характеристика этого поля была как минимум n. Где n это размер матрицы. N матрицы. Вот. Так. Давайте вдумал в крули. Она у нас уже была. N. Или у них как больше нравится. А у крули всех первых матриц нуля уже на диагонали. Звездочки тоже из этого. А, разумеется, между ними есть бьекция, правильно? Между этими двумя штуками. И сам простая бьекция может просто прибавить единичную матрицу, да? Получится бьекция. Но мы возьмем другую бьекцию. Мы возьмем экспонент. Которая действует как экспонента. А матрицу x переводит вот в такую сумму по n. Нет, она у меня занята, да? По k. От нуля до бесконечности. Единичная k повторял x k. Так-то формулу надо понимать, потому что так вот с виду она как бессмысленная, да? Значит, складывать для бесконечности элементы бесконечного поля, да? Ну, конечно, никакой бесконечности складывать не надо здесь, да? В самом деле, складывать от n минус 1. Так, повторял x в кадре. Потому что любая верхнетреугольная матрица, строго верхнетреугольная матрица, размера n на n равно 0 в данной степени. Правильно? Вот, поэтому в этой формуле только d минус 1 надо складывать. Ровно в этом месте мы как раз пользуемся ограничением характеристик, что мы не делим на 0. Вот. На самом деле метод орбит с некоторыми удачными улучшениями работает меньше характеристик, которые, но нам надо другую инженерию чем доводить для размерения метода. Вот, значит, ну, там, все, наверное, знают, что это бьекция, обратное поражение через логарифмы обозначим. Она тоже дает стандартные формулы. Вот, хорошо. И дальше, как мы сегодня, или, может, начали следующей лекции, увидим, что неприводимые комплексные представления нашей группы, они характеризуются орбитами некоторых ее действий. Может, давайте здесь введем. Сначала рассмотрим присоединенные действия. Присоединенные действия. Группа О действует на алгебре Ли. Там, то есть каждому g из группы U мы составляем a с индексом g от большого из n в n. Это просто прижение. Да?
x переводится в gx в жизни. Очевидно, есть две группы. Давайте присоединенным, adjoint, поэтому add. Вот. И смотрите, разные здесь представления. Отличное представление про пространство, да, на C, есть представление стандартной двойственной пространства. Соответственно, возникает коприсоединенное действие. Ну, x принадлежит n. Но если вы возьмете, например, треугольную матрицу с нулями диагонали, и спряжете ее с помощью нетреугольной матрицы, вы получите конвергентную треугольную матрицу с нулями диагонали. Нет, ну там группа для себя, конечно, определит тоже действие. А у нас, по-моему, действие на этом случае не определит. Вот. Тогда возникает коприсоединенное действие. Просто действие в двойственном пространстве. Коприсоединенное действие. То есть U на N со звездой. Это двойственное пространство, но с ундерстуда. То есть это тоже конечное множество, только элемент в степени N на N со звездой. Ну как? Ну, то есть, я бы, давайте буду писать G умножить на лямбда, за лямбда N со звездой. Вот по определению эта штука от точки x из n, лямбда от ad g в минус 1 от x. Да? Надо написать, чтобы было действие. То есть лямбда от g в минус 1 x g. Вот. Вот, как мы потом увидим, есть некая естественная дирекция между орбитами вот этого действия по присоединению и эквивалентным представлением. Чтобы это увидеть, нужна некоторая подготовительная работа. А действие оставлю, давайте пока беру. Давайте заметим, что это вот действие, присоединенное, коприсоединенное, они хорошо согласованы с экспонентами. Смотрите. Если я... Да, но еще, конечно, для любого x маленькое z могу говорить от определенный оператор a маленькое x и z b. Который y переводит в коммутатор сайта. Тоже называется определенный оператор. Вот. И легко понять за счет того, что этот оператор, что сама любая, ну, алгебра импотентна, да? Значит, оператор будет импотентным. То есть он равен нулю тоже там в n степени. Но тогда у него тоже может дать экспонент. Экспонент вот так синтез. Вот я, да, и заметил, что это то же самое, что а с индексом экспонента. Но это такое элементарное рассуждение. Смотрите, это куда оказывается. Давайте L с индексом x. Это будет из n в n. Это оператор умножения слева на x. Он немножко странный, он как бы территория алгебры, да? Но он, если приносит верхний треугольный матрицы, получится. Знаете, такая же. А rx будет оператор умножения справа. Линейный оператор. Скажите, понятно ли, что они коммутируют между собой? Ну, более очевидно, да? И там получится, ух, это перемножим. Вот. А более того, за счет того, что каждая матрица, ну, x, в этой степени нулевая, оба эти оператора не потянут. Вот тем. Вот. А коли так, совершенно корректно рассмотреть их экспоненты, каждого, даже экспонента в сумме, смотрите. Ведь а с индексом x это очевидно lx минус rx, верно? Правильно? Ну, x, y, y. Да? Ну, если у меня есть два коммутирующих импотентных оператора, тоже импотентных, мы так называем, мы замечаем, что экспонента x
экспонента Lx минус Tx. Сразу не коммутирует, это то же самое, что экспонента Lx умножить на экспоненту. Ну, можно написать минус Lx то же самое, что R на синус минус x. Теперь, то есть, немножко подумать, понять, то же самое, что A. Да, конечно. А смотрите, ведь как я буду его много раз применять, я буду умножать матрицу y слева на x, потом на x квадрат, потом на x в кубе. Но x же версия сама верхняя треугольная, поэтому она равна нулевой степени. Поэтому x равна нулевой степени по нулевому кратам. Да, все. Как это понятно? Из N, да, у них какие-то. Ну, там у меня есть обратно стандартная формула. Как бы, если их можно выпустить, не всегда объекты. Они как ряды. Чего-чего? Ну, наверное, давайте, я не знаю. Давайте выпишем, как не получается. Надо просто поставить конкретно двигатель. Давайте подействуем. Lx на экспонент r минус x. Всем этим будет y подействовать, да? Ну, что будет тут написано? Ну, понятно, что экспонентная Lx, что она будет делать? Она слева у него умножит одна. Личную матрицу будет x плюс x квадрат пополам, плюс так далее. Все это умножится на y, а здесь умножится там на 1 минус x плюс x квадрат пополам минус так далее. Согласны? Да? Ну, то, что написано левое, как раз xx, это y, а это x минус x, он же и xx минус первый. Сейчас как раз от xx. Так, хорошо. И на самом деле очень удобно для вычислений, как могли считать явно, отождествить n со звездой с пространством нижних треугольных матриц. Давайте вот как-то здесь напишем. Понятно, что отождествим n со звездой с пространством, например, n минус, как вы писали, нижних треугольных матриц. Нулями диагонали. Как это делается? С помощью следования. Если, я не знаю, лямбда какая-то нижняя треугольная матрица n минус, а x верхняя треугольная матрица, как бы лямбда от x, это у меня будет след их произведения. Это проверяется, что просто как раз будет линейная комбинация всех элементов. Х умноженная на соответствующие элементы лямбды. При таком отождествлении это должно быть упражнение. Это забавно, если он при таком отождествлении. Наше коприсненное действие имеет достаточно простую запись. Ну, смотрите, вот здесь пространство N, да? Ну, или U, да, пока. Да? У меня лучше будет N, чтобы отмечать группу аналогов. Пространство верхней треугольной матрицы, да? Если мы двое, звездой. Да? Я хочу это пространство отождествить, то есть построить самофизм с пространством нижней треугольной матрицы. Да? Для этого я должен научиться трактовать нижнюю треугольную матрицу как функцию линейной на верхней треугольной матрице. Правильно? Вот я так сдаю, что лямбда от x будет след произведения. И вот это мышление показывает, что это морфизм верхнего пространства. Так вот, при таком отождествлении G из группы U, а лямбда из N со звездой, оно G минус, то действие устроено вот так. Это G, лямбда G минус первого,
Ну, как бы так сделать, получится какая-то ерунда. Потому что G у меня верхняя треугольная, лямбда ниже треугольная. Спряжение это не то, ни другое, оно размах по всей. Ну, надо просто взять low. Нужно просто взять и стереть, сейчас написано диагональ H. Это очень простая форма общего действия получается по такому отождествлению. Low. Да, это просто берем и проецируем все по автоматизму. Так, ну и при таком отождествлении, еще одно упражнение. Там, опишите явно орбиты поприсоединенные для n равного чем там? Ну, трем, да? Вот у вас есть нижняя треугольная теперь матрица. Вот нужно описать явно орбиты. Формулу использовать, посчитать. На самом деле ответ получится такой. Там все рисуют себя в картиночку. То есть у меня это координаты, да? Здесь вот там, не знаю, как называть координаты. Там, не знаю, как-нибудь лямбда, да? Лямбда 3, 1. Лямбда 2, 1. Лямбда 3, 2. Вот. То если лямбда 3, 1 не 0, то это плоскость. Такой вот набор правильных плоскостей. А вот в этой плоскости, в координатной, это точка. Значит, у вас само собой должно получиться. Так. Ну, соответственно, записали. Давайте двигаться дальше. Давайте попробуем понять немножко глубже там структуру орбиты и стабилизатора. Произвольной линейной формы при таком отождествлении, при таком действии по последнему. Вот видите. Лямбда какая-то линейная форма. Ну тогда, конечно, есть орбита. Давайте подумать. Омега лямбда это ее орбита. Вот так. Все группы мы здесь знаем. У нее стабилизатор в этой группе. Давайте как-нибудь обозначим R. Стабилизатор. Как мы знаем, это подгруппа, да? И смежные классы по стабилизатору находятся во взаимно однозначном соответствии с точками R. Можно просто смежный класс элемента R отправить в N. Ну, с помощью кого сделано действие, которое было описано здесь. Это может быть другой такой, не буду только кого сделано. Я видите, я выхлопал орбиты, даже опускай как первые, иначе не будет. Так. Ну и дальше. Вот первое, что я хочу, это понять, как устроен сам стабилизатор. На самом деле, технически самое неприятное место, которое я пропущу. Я не знаю простого доказательства там одного факта. То есть оно не совсем сложно, простое, элементарное. Просто оно чувствительное так очень. Понимаете? Я хочу сказать. Давайте я... Помните, я форму бета-лямбда? Давайте ее ядро обозначим через... Не знаю, эрготическое. А, кстати, еще я забыл вот что сказать. Давайте вот напишем кое-что, что будет важно. Это вот я написал формулу действия коэффициентного приотождествления, а можно писать отождествление написать. То есть вот берем элемент G. Какой какой-то экспонент на X. Да? А X, соответственно, N. Вот я хочу этим элементом G поднять на формулу лямбда. И найти то, что получится от элемента Y. Так? По определению это лямбда от A, ну, X минус X. Найдем, правильно? Так ведь? Это просто определение коэффициентного действия. С учетом того, что G это экспонент X. Вот. А теперь мы воспользуемся вот этим утверждением, которое было написано, что A X X это X под X. Лямбда X. A с индексом минус X. И все это определение. Ну, а это легко учить явно, да? Получается.
лямбда от y минус коммутатор xy плюс 1 вторая двойной коммутатор, дважды от примененный минус. А на самом деле конечная сумма стоит сколько? Она обрывается. Так вот, я смог относительно явный вид действия компьютерного без всяких осуществлений. Понятно, да? Просто вот подходим вот этим вот. Или это не было? Ну, это чуть более явный способ. Ну, понять, как устроены компьютерные действия. Просто как вот, как мне найти, как действует жена лямбда, да, вдоль матрицы Y. Вот так. Да, вот это у меня линейная форма по-прежнему, да. То есть вот, уже на ее линейке получается новая линейная форма, да? Я хочу найти, как она действует в произвольной матрице Y. Вот так. Ага, вот. Так, хорошо, я сейчас закрываю это. Пока подсыхало. А мы сейчас вот поймем, как связано между собой как большой эргономический. Утверждается, что связано они самым приятным образом. А именно, что R большой. Лемма. Что R большое – это экспоненты эргономические. Сейчас мы одно включение докажем моментально. Ядро – это наша самая форма бета-лямма, которую мы видели. Ну, я скажу, я схему и в обратную сторону хочу показать, потому что там детали для вас. Давайте прежде чем я буду доказывать эту лемму, тоже сделаю общее замечание. Ну, может, не это, вот кто-то особо не занимается. Да. Кто занимается, как знаете, что это формула Кэмпбелла-Гудорфа, Бейкер-Гудорфа. Это самая простая форма. Смотрите, если у меня xy, например, коммутирует, да, тогда чему равна экспонента от x плюс y? Конечно, да. Вот разный рядок даже формально, да? Вообще-то они не обязаны коммутировать, да? Вот есть некий аналог этой формулы, то это помните, что экспонента x, экспонента y, это экспонента x плюс y плюс z, где z лежит под алгеброй, порожденной коммутаторами. Порожденный коммутаторами. Икса, y. Ну, возьмем, многократными, там, в разном порядке. Даже где-то чему нравится, на самом деле. Но мне не понадобится, я говорю. Вот. Отсюда расстал сказать больше. Что если А, же это какая-то подалка, у экспонента по группе. Правда же, да? Если x, y из подалки про А, тогда и z из подалки про А. Поэтому произведение двух элементов, где экспоненты, а они же с малого уровня. Как здесь? Легко проверить, что R, конечно, подалки про, на самом деле, в этой форме. Это экспонент получает подалку. А мы еще не сказали сейчас, что экспонент эрготический, как R большой. Сейчас докажем. Так. Ну, одно включение очевидно. Более или менее очевидно. Кажется. Это лимит. Это все, кроме лимит, сошел. Доказательство.
покажем сначала, что экспоненты эргодичества содержат. Ну, как мы это покажем? Ну, пусть x маленько лежит в эргодичестве. Кстати, тогда возьмем любой экспонент. X, точка лямбда. И все это посчитаем на какую-нибудь матрицу. Ну, тут вот как раз тут было написано чему-то равно, да? Это лямбда. Вот y минус лямбда от коммутатора xy плюс 1 вторая, ну, наоборот, прям лямбда от двойного коммутатора. Минус там 1 и так далее. Ну, скажите мне, чему равно вот эта вот штука? Я напоминаю, что x лежит вот тут. Ну, сейчас это лето будет, правильно? Так, где будет x? Ну, все, значит, получается лямбда от y. Следовательно, что мы видим, что экспонент x лежит в стабилизаторе. То есть вот. Вот. Вот обратное включение. Я не буду. Ну, давай я скажу такую схему, как это обратное включение. Обратное включение. Ну ладно. Схема в обратную сторону. Мы берем произвольный какой-то элемент x из стабилизатора. Любой элемент из U имеет вид x. Это нужно показать, что сам x лежит в органическом. Но делается вот что. Выбирается любой y из n, да, и рассматривается вот такая штука. След экспонентов t и x, t пока неверно формально, на лямбда. Я доказываю, что у меня есть два объекта. Первый – это ядро этой формы, бета-лямбда моей, да? И второй – это просто стабилизатор. Лямбда при комплексном действии. Я хочу сказать, что это его экспонент. Я доказал включение в одну сторону. Я доказал в обратную. Ну да, нет, я любой элемент z это экспонент какого-то значения равно x. Правильно? Если я покажу, что он лежит p, то это есть. Вот. Вот. Вот такое счастье берется. Минус лямбда. Все это умножить на какую-то маточку берется. Это некий многочлен от t, правильно? Да? Причем несложно понять, что это многочлен степени не выше n минус 1. Потому что там это не поправит, что буквально степени все эти матрицы нулевые. С другой стороны, если экспонента x плюс b, то, конечно, для любого конкретного t экспонента t тоже будет.
Значит, все числа из поля являются его корнями. Да? Ага. Вот описано. Вот Т. Да, даже не слишком большая, даже не слишком длинная. Нет, это может быть понятно, но это не может подумать, это будет понятно, что он такой степень имеет. Вот. И все его, все числа являются его корнями, правильно? Наоборот, что характеристика меньше, да, все правильно. Что это довольно велика, да. Значит, нулевой уровень, да, нулевой как Лукачев. Он маленький степень, у него слишком много корней. Вообще, наш детство равен нулю, на самом деле. Значит, она нулю, тогда его производная. Вот это. Вот если это производная, подставить t равно нулю, то мы получим буквально вот эту сторону. Да, мы равно нулю. Это есть. Ну, в любом случае, да. Ну, в любом конкретном это число. Но в целом это я запишу, вот как бы первую через это получается. Ну, конечно, она такая. Не очень большой число. Но с большим числом как? Любой человек является вопросом. Потому что это экспонент, если он стабилизирует, то экспонент это есть, что он стабилизирует сам от себя. Поэтому это ноль. Ну, а дальше какое-то такое вычисление, просто берем производную. Хорошо, приказали. А что там получается задолго следствие? Про орбиту. Ну, вот, очень простое, а то попробуем. Следствие. Следствие. Давайте посчитаем число точек на орбите. Я даже сразу буду доказывать получение. Ну, во-первых, порядок группы делить на порядок стабилизатора. Как всегда, при действии группы нам нужно. Ну, давайте я так напишу. Это Q в степени размерности. Что-нибудь против, правильно? Что в группе столько же точек, сколько в алгебре, это Q в степени размерности. Размерность тоже, наверное, чему равна. Это M, наверное, не пола. Вот. А здесь тогда в степени размерности r, правильно? Куда оказано? Раз r экспонент для органического, у них одинаковое количество точек, а в органическом очевидно столько точек. Так. Буквально следующее определение, что раз r экспонент для органического, у них форма точек, ну а в органическом, конечно, столько. В степени по размерности органического. Или Q в степени удвоенная по размерности поляризации. Для P в любой поляризации. Поэтому заключается суть следствия. Оказывается, число точек на орбите это всегда Q в четной степени. Так. И последнее, наверное, что мне надо сделать, прежде чем это уже непосредственно характером. Последнее. Слушай, ну это понятно, что так получилось? Это просто по определению, а это вот за счет нашего соотношения, за счет того, что по этому максимально трудно пространство. В начале лекции. Так. Ну да. Последний ответ, пока техническое множество странное, но мы его потом применим очень удачно. Давайте, во-первых, через P большое я обозначу экспонент поляризации. Некоторые подгруппы. Больше. Потому что P готическая поляризация, то есть по алгебре, значит, по большой подгруппе. Да?
Да, с моей поляризацией выбор произвольный. Это такая вот фиксированная поляризация. Она действует, знает, например, инженер. Давайте какое множество ведем. Странно немножко. Обозначим. Через А большое, это будут те линейные формы μ из n со звездой, которые при ограничении на поляризацию подают лямбда. Некоторые подмножат просто в n со звездой. Наверное, относительно несложно сказать, сколько в нем точек. Да? P – любая поляризация. Лямбда. Я не писал, наверное, это пишу. Это любая, любая фиксированная поляризация. Да, лямбда. Она есть. Хотя бы одна. Мы доказали в конце прошлой лекции. Ну вот скажите мне кто-нибудь, сколько точек вам? Ну там в терминах там какие-то размерности, по размерности. Сколько точек? Ну вот так, да. Ну понятно же, да, что на P. Мы просто можем P, мы можем N как-нибудь разложить в прямую сумму. P и какое-то там дополнение к нему, да, там, не знаю, B. Вот. На P мю действует так же, как лямбда, то есть все определяется значением формы мю на желательном пространстве, или там какое угодно. Ну, как? Лямбда – это линейная форма, да? Просто тупо ограничение на пространство, и все. Да? Никаких нет хитрости, просто. А кто еще согласен с количеством точек? Хочу мало народу согласен. Смотрите, сколько всего линейных форм, да? Просто у степени размерности, да? N, она размерна со звездой. Но если мы знаем, как действовать на P, чтобы определить форму, остается задать на 0. Так вот, что получается последнее техническое утверждение, прежде чем привели к проблему уже построения объектами между организмами представлениями. Оно заключается вот в чем. Такая лемма маленькая. Группа P действует на множестве P, а на множестве A. Смотрите. Это технически его утвердили. Потом мы его очень удачно приняли. В этом линии целых два утверждения. Во-первых, что P действует на V, это на A. То есть, что если я беру линейную форму из V, то после применения ему действует группа P, остается треугольник. И во-вторых, что если транзитивно. Давай так. Ну, первое довольно легко кажется. Пусть. Да? Понятно, если обойдемся. Наверное, да. Ну, то есть, x берет поляризация. Она мим какая-то линейная форма А большая. Это значит, наша цель показать, что G на лямбда, то условно лежит на А большой. Проверяем. Давайте возьмем произвольник y из поляризации. Ой, мим. Мы посчитаем экспонент x точки mu. Все это отыграем. Мы уже, наверное, внимание, если буду отписывать. Mu от y. Плюс mu от коммутатора x, y. Минус 1, 2, mu x, y. Плюс, ой, нет, здесь минус, здесь минус. Здесь минус.
Посмотрите. Mu было из A. Поэтому mu на все приоритации действует так же, как лямбда. Но поляризация подавлена. Ну, все эти товарищи лежат в квартале, все, что происходит дальше. Так? Поэтому на них мю будет действовать так же, как лямбда. Поэтому что вот так. Мю, а ты какая может лямбда, ты крик? Вот это так, лямбда от коммутатора x с чем-то. Где сам x? Нет. Из поляризации. И это уже из поляризации. Y тоже был из поляризации. Так. Я здесь везде могу мю изменить на лямбда, потому что все товарищи с скобках лежат в поляризации. А мю действует на поляризации P так же, как. Чему это равно? А почему? Да, поляризация, и что? Лямбда сгуляется на мутанте поляризации. Значит, все. Теперь первая часть такая. Иначе, что вытекает, звоним x на мю, таки лишь два. Так же действует на любой элемент y с поляризацией, как это. Следовательно, группа P действует на. Теперь остается понять, почему действует эффективно. Почему одна орбита? Давайте посчитаем количество точек на орбите, скажем, формы лямбда, которая очевидно лежит к вам. Да? Число точек в самой группе делить на порядок стабилизации в группе P. Да? А. Теперь смотрите. Мы помним, что максимальное затронутое пространство всегда содержит ядро формы, правильно? Потому что если мы даже добавим, и затронутость никуда не делится, а пространство увеличится. Поэтому R содержится в P. Тогда экспоненты содержат одна в другую. А R, я помню, это стабилизатор во всей группе формуля. Так? Да, конечно. Вот. Спасибо. Смотрите, F включение выполняется, потому что это ядро формы, это максимально трогательное пространство. Тогда экспоненты тоже по отношению связаны, да? А R от экспонента R, а это экспонент P. Что? Я к чему клоню-то? Что все вообще точки, которые оставляют лямбда на месте, из всей группы лежат в P, да? Тогда их. Это то, что нам R есть. Ну как? P это подгруппу. Понятно, что стабилизатор лямбда P это ее стабилизатор пересеченный с P, да? Он лежит в P, мне еще пересекает. Да. Ничего перескать не надо. Вот. Так, теперь нужно какое-то вычисление. Да? Мы знаем, сколько точек и там, и там. Ну, то есть, это, конечно, у степени размерности стабилизации делить на у степени размерности R. Да? У степени развитых размерностей. Давайте вот картинку нарисую для концентрических форм в каноническом виде. Матрица, вот у меня была матрица форм в каноническом виде. N, N, K было, N, N, K. Да?
Значит, размерность R. K. Да, ядро. Размерность. P. And U. Да, значит, размерность. P. Минус. Размерность R. Это N. То есть, по размерности. О, согласен. Здесь получается U в степени по размерности. Понятно. Но это не то, я говорю. Да? Но это другое, да? M напишу. M. Это моя экономическая формула. Ядро натянуто на последние векторы, а, например, вот здесь такой затронутый пространство на этих векторах. Так ведь? Что, непонятно? Я утверждаю, что если от размерности максимально затронутого пространства опять размерность ядра, то получится по размеру этого самого пространства. Ну, а сколько же точек? Смотрите, у меня орбита лежит внутри А. Есть столько же точек, сколько в А. Считаю. Значит, если это не мы хотели показать, что группа P вообще действует на этом множестве. То есть, если такой какой-то формы U лежит в множестве A, то есть выпадает при ограничении на P, тогда и любого экспонент x на тоже лежит там. Мы взяли y из поляризации и получили, что равно лямбда. Доказали. Это уже будет сегодня еще позже. Мы это утверждение очень так славно сделали. Теперь приходим непосредственно к состоянию между объектами, между орбитами и представлением. Мне надо две вещи напомнить из теории представления. Вижу, что они как бы более или менее общеизвестны. Так. Смотрите. Поднимите руки, кто знает, что два представления изоморфных, такая только такая, у них характер совпадает. Много, много, очень хорошо, почти великолепно. Вот. Ну, то есть мы на самом деле будем с тобой бегать с непроводимым характером. Да? Вот. А. Дальше. Если почти любая группа, у меня группа У, дает представление. Да, пси. И У. Ж или вот. Конечно. Да. Обратите внимание, группа сама дефон, а поэтому комплексное пространство. Обычный комплексный представитель группы. Вот. А, то есть вы помните, что характер это центральные функции, они постоянно на вас попадают. И там можно вести такое распределение. И один, два. Единички на порядок. Значит, надо вспомнить по всем G и С. И один G. И два G с прежним. Да? Вот. Мы знаем, что характер игровых представлений это ортонормированная система. Да? И G. Ну, даже это ортонормированная база по трассам центральных функций. На группе. Вот, как это называется там. Первое соотношение ортогональности, да? Вот, хорошо. Да, это четко, обычный комплект. Характер жизни.
Вот. Так. А более того, да, мы знаем, что представление неприводимо. Тогда и только тогда, когда термит квадрат его характера проведен. Хорошо. Хорошо. И последний фактор, это характер индуцированного представления. Ой, я сейчас как-то очень стараюсь аккуратно, кто не знает. Если у меня есть какое-то представление меньшей группы, там, не знаю, H, ну, это подробно. И задано какое-то представление этой меньшей подгруппы. Ну, не знаю, там, давайте даже сразу характер напишем. И характер представления группы H. Можно такую функцию рассмотреть на группе U. Это сначала химулимое, функция на группе U. Она здесь будет вот. Химулимое от Ленина ДЖ. Хи от Ж. Если не попадает под группу, просто ноль, если же не попадает под группу. То есть продолжка тупо нулем продолжает на эту группу. Наш характер. Дальше мы вот такую функцию вводим. Давайте обозначать будем индекс H, U. И по определению эта штука вот элемента G это единичка элементы порядка H, сумма по всем элементам X вообще из группы U, да, и нулевое от X минус первой выписи. Нечто такое великое. Ну и вот, как бы из теории представлений от какого-то базового курса. Науке известно, что вот эта вот функция, которая получится, это тоже характер некоторого представления уже группы. Называется индуцированное представление или индуцированный характер. Это все, что мне надо теперь представить. Это одна из форм записи. Индуцированный характер может там в другом записывать, можно через систему представителей смежных классов, вот него, вот право, в общем, это одна из возможностей. А кто это знает вообще? Продуцированное представление, да? Хорошо. Что ж, сейчас мы будем по орбите строить карту. Так. Допустим. Это у нас звездой. Любая орбита. Ну, давайте выберем на ней точку. Любая. То есть омега, и теперь у меня омега лям. Форму убирается как угодно. Вот. Так. Давайте для этой формы выберем любую поляризацию. Любая поляризация. Далее. Она есть на было. Напомню, что через P большое мы обозначили ее X там. Поляризация – это подгруппа группы большой. Сейчас веселье. Давайте мы раз и навсегда фиксируем какой-то гомоморфизм. Фиксируем гомоморфизм. Тета я обозначу. Из FQ, просто из аддитивной группы. Т с крестиком. Не нулевое комплексное число. Мультипликативная группа. Ну, если там это значит FP, например, да, просто остатки деления на F, то их очень легко все просто перечислить в гомоморфизме. Знаете, да? Уровень единицы, да. Здесь какое-то такое полезное упражнение. Да, тут нетривиально, чтобы он переводил все ну, не все в единицу, это важно. Нетривиально. Да, для FP просто корни из единицы. Вот. Ну вот можете сделать занятое упражнение. Под А, например. Что если мы просуммируем
по всем x из f θ от x получится 0. Да? Вот. Ну и под b, что если мы теперь для любого фиксированного x из n суммируем по всем лямбда из n со звездой, θ от лямбда от x, получится 0, если лямбда не нулевая. Ну вот сами пишите, что будет лямбда нулевая. Ну, я думаю, мы сегодня тоже к этому вернемся. Ну, можно сделать для корней из единицы, там это первое равенство. Скорее, общеизвестно, а под b из a легко выводится. Ой, только не лямбда, если x не нулевой, x нулевой, x. Да. А сделайте в случае, когда какой-то p. Сделайте для корней. Чего-чего? Ну да, я за все легко, да, так. Итак, мы хотим по орбите смастерить какой-то характер. Мы выбрали на этой орбите произвольную форму, для формы поляризацию, взяли ее и понятно. Давайте рассмотрим вот такое отображение. Смотрим отображение пси. Отображение пси, которое из p действует, куда оно действует? Оно действует в c. И оно приводит g маленькое, которое экспонент x, да, однозначно определенного, θ от лямбда от x. Лямбда вот это фиксированный пол. Мы даже видим, что на самом деле это отображение в c с крестиком. Так? Я утверждаю, что это было на круге. Давайте проверим. Хорошо. Все это было на круге. То есть все это одномерное представление. Ну, что такое одномерное представление? Ну, гомоморфизм с крестиком. Так? Давайте проверим любых x, любых x, 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 y, y большой. Считаем все вот их произведения. Ну, понимаете, чем это пользуется, да? И формулы там, тем был узор, слабой версии, что можем это так переписать. Что это? Все от экспонента x плюс y плюс z, где z лежит, ну, это линейная комбинация каких-то коммутаторов, кстати. Это, ну, по моему определению, d от лямбда x плюс y плюс z, то есть θ от лямбда от x плюс лямбда от y плюс лямбда от z. Вопрос, чего равно лямбда от z? Конечно, лямбда выявляется на коммутаторе любых элементов из поляризации. Поэтому это 0. Ну а дальше все понятно, дальше мы видели. Тета это гомоморфизм, поэтому это будет тета от лямбда от x на тета от лямбда от x. А это не что иное, как все экспоненты x. Нужно как все экспоненты x. Вот. И за счет того, что p-поляризация, получилось, что это что такое отображение забавное. Это гомоморфизм, то есть одномерное представление. Ну, одномерное представление, оно само себе характер. Да? Ну, давайте обозначим через хи и буквально так. Это характер некоторого какого-то представления по всей группе. Сейчас я форму снова на дополнение, которую мы задались. Ну, это ключевая теорема. Это явно не видит этот характер. Как его можно защитить?
То есть я хочу значение этого характера. Нет, любой элемент z. Если я хочу значение этого характера найти на экспонент x. Это больше. Добавлю формулу, да. По всем ню омега. А это ню. Подчеркиваю, что это у меня значение характера посчитано на произвольном элементе из группы, потому что их произвольный метод зал, про экспонент двигается. Во-первых, я напугаться этого равного сомножителя. Да? Мы помним, что число точек на орбите это q в степени удвоенной по размерам поляризации. Поэтому корень из него просто q в степени по размерам поляризации. Что такое? Так. Да, возможно, вы заметили как раз то, что я сейчас хочу сказать. Посмотрите, эту формулу, она довольно удивительная. Из нее пропала всякая поляризация. Ольга, пропала всякая лямка. То есть, когда мы строили представление характера, мы выбрали точку на орбите, а точку для нее взяли произвольную поляризацию. Да? Это никак не влияет на характер. То есть, характер зависит только от орбиты самой, но не от выбора точки на ней, не от выбора поляризации. Чего? Из правой части формулы. А? Смотрите, мы хотели по орбите. Да, то есть пси зависело и от выбора точки на орбите, от выбора лямбды, от выбора p, от выбора поляризации для лямбды. Поэтому нет правой части. Там и другого. Правой части одно и то же получится значение, какую бы я лямбды поимел. Правильно? Вот. Ну, давайте проанализируем. Дальше мы с вами докажем, что этот характер не приводим. А потом мы увидим, что все такие характеры для разных объектов различны, и что это все неприводимые характеры. И мы можем получить объекцию между орбитами и неприводимыми характерами. Давайте доказывать. Мы воспользуемся этой самой формулой для индуцированного характера. То есть по определению. Хи экспонента x. Это единичка делить на порядок под групп, с которой индуцируем. На сумму по всем элементам из группы. Ну, как бы назвать там его? Давайте. Экспоненты y, что ли, из u. Пси нулевое от экспонента y минус первый, экспонента x на экспонента y. Все нулевые это пси. Если мы попали под руку, и ноль, если не попали. Помните? Я продолжаю. Для племени нужного характера я должен исходный характер продолжить нулевым. Вот. Выгоднее переписать. Пока. Окей, да. Давайте вот такую рассмотрим функцию. Смотрим функцию на группе. Его обозначить как угодно. Это функция, которая экспонент произвольно какого-то z, переводит в так. Вижу, что не нравится. Ну да. Вот такую штуку. Помните, у нас было множество А, да? Потому что А у нас было заведено там специальное, состоящее из тех μ, из n со звездой, который также ограничивается на поляризацию как лямбда. Был такой, да? Там еще по альтернативам действовало.
Вот переводим в единичку делить на число точек на А. Сумма по всем μ из А. Тета от μ от x. Что я хочу показать, что на самом деле это та же самая. Правда, это одно и то же. Все группы. Все группы. Да. А, нет, ну, конечно, нет. Нет, одно и то же. Не. То есть, давайте лучше. Еще один шаг. Ключевое место, вот так. Покажем, что это наше самое это то самое, что всему нулевое. Покажем, что это всему нулевое. Покажем. Это совпадает с всем. Ну, смотрите. Все нулевое, чем равно мы знаем, да? Это 0, если элемент не попал под группу P, ну и пси, если туда попал под группу P. Да? А давайте оба случая разума. Два случая. Первый. Если наш экспонент x лежит под группу P, то есть сам x лежит в P, то считаем, что равно это тогда. Считаем, вычисляется. То это экспонент x. Есть. Единичка будет не порядка. По всем units А. Это от мю от x. Скажите, чему равно мю от x? Каким бы ни было мю из А. Лямбда. Совершенно верно. Сумма по всему из А. Тета от лямбда. Получается, что мы суммируем одно и то же число. Да? Причем суммируем его ровно столько раз, а только потом делим. Просто тета от лямбда. А это и есть пси экспонент. Да, ну, там чуть ли нулевой. Не попали. Хотя упражнение пишу. Упражнение. Смотрите, случай. Он чуть более хитрый, но подумайте. Да, экспонент x не лежит. X не лежит в p-качестве. Угу. Так. Ага. Тогда мы можем... Сейчас. Тогда мы можем воспользоваться это теперь этим знанием, да? То есть теперь хи экспонент x. Теперь мы вместо все нулевое, вот тщательно запишем. Умножить на сумму всем x, y, y, вместо все нулевого мы перепишем вот то, что надо. Здесь единичка делить на порядок А, и сумма по всем мю из А, тета от мю, ну, вот от этого счастья. Да? Ну, вернее, от логарифма этого счастья. А. Давайте я так вот поэтому, чтобы было где-то. Это будет G, а это H. А будет тут это от мю от логарифма g минус первый h. Вот такая конструкция. Страшно.
Ну, конечно, все это описывать мне крайне не хочется, разумеется. Я в замешательстве, что мне лучше сделать. Дайте я подумаю. Но доказать я все равно не успею весь метод торгать. А это вот, нет, зануливый такой расписанный. Но, наверное, нам придется сделать. Ничего они пока не доказали, нет? Пока нет, ну что, мы доказали. Мы доказали, чему равно псину левой. Псину левой мы знаем, чему равно. Здесь, конечно, аж минус две. Жаль. Давайте вот. Это то же самое, что вынесем все сомножители, во всяком случае. Здесь будет сумма, ну, по всем, там, значит, h из a из u, и по всем mu из a, тета от mu. А теперь смотрите, я утверждаю, что логарифм h минус 1 gh – это то же самое, что h минус 1 на логарифм g на h. Логарифм уже рядом остается, правильно? Рядом уже какие-то, да, которые содержат тоже оборудование. Ну, значит, там можно слегка сработать H минус 1 H минус. Вот, поэтому так напишем. Ню, вот, H минус 1, логарифм уже. Так, окей, ладно, движемся дальше. Движемся дальше. А стирать не будем. Посмотрю, что не хочет выписывать, да? Может, какой-нибудь. Ну, давайте, нет, давайте. Как раз потратим прошли. Продолжаем, раз. Это единичка делить на порядок P на порядок А. По всем H из U. Это от мю. Это чего? Вот а h минус 1 примененный к логарифму. Это как раз все это представление там написано, верно? H минус 1 на логарифм g на h. Да? Да. Да, или здесь написано не что иное, на такую сумму, а это от h точка мю, это же говорят, соотношение по определенного действия. Вы должны от H минус 1 получить. Поскольку согласны? Ага. Что? Ну, теперь как? Смотрите, когда H пробегает всю кругу, да? H на ню пробегает всю орбиту. Правильно? Да? Причем пробегает по много раз. Черепает по много раз. Значение мне не нравится. Деваться нет. Ладно, давайте. Давай так напишем. Единички делить на порядок. А? Сумму. Вот я хочу минуту пока оставить. Я хочу как по-другому. Я хочу суммировать как по всем точкам орбиты. Ну, с такими кратностями, да. Даже не любимый с какими, да? С какими? Буквально должны быть полную систему представителей стабилизаторов, по стабилизатору, да, по-моему, все разные случаи, да? Сейчас давайте не запутаемся.
Давайте, давайте обозначим полностью. Обозначим. Не знаю, как мне нравится. Доказать, поставить то, что плохо. Но в любом случае, давайте обозначим. Через, не знаю, там, S или-нибудь. Полную систему представителей. Систему представителей. По одному из каждых класс. Да. Да. Я не успею это доказать. Ладно, давайте попробуем. ППР. Сейчас поймете, почему. Смотрите. Мы с вами знаем, что группа P транзитивно действует на этом множестве А. Это одна орбита. Правильно? Да? Поэтому суммировать по всем μ из А это то же самое, что суммировать по всем точкам из орбиты какой-нибудь одной формы из А. Правильно? Смотрите, друзья. Мы с вами знаем, что группа P действует на A транзитивно, а R – это стабилизатор лямбда при этом действии. Да? Поэтому, когда мы суммируем по всем точкам μ из A, то важно просто суммировать по всем представителям вот этого. Вот это вот так перепишем. Получается сумма по-прежнему A и O, Z из S нашего, это от H на Z на лямбда. Полностью выставить. Понятно. Ты что? Нет. Между классами смежности, стабилизатором, это очень нормально, да? Поэтому, когда я суммирую по всем точкам орбиты лямбда, А – это орбита лямбда под действием группы P. Это то же самое, что суммировать просто по всем классам. По одному или это убираю с каждого класса. Угу. Тут никаких не нужно. Так, это хорошо. Это хорошо. Еще? Нет, наоборот, смотри. Я вот это суммирую, мне вот это суммирую. Смотрите. А это орбита от формы лямбда по действию группы P. Ну, на ней сколько точек, сколько классов по стабилизатору. Так. Теперь смотрите. При каждом фиксированном Z, да, элемент H независимо пробегает всю группу P. Правильно? Значит, тогда и H на Z, каждый фиксированный Z пробегает всю группу P. Да? Поэтому это можно писать так. B на A на сумму по всем H из U, Z из S, это от Z на лямбда, от H на лямбда, от логарифма G. Правда же? Потому что при любом фиксированном Z, точно прибегать лучше. Согласны? Да, получается, что это просто. Конечно, что получается просто. Просто получается единичка делить на порядок P, порядок A, умножить на порядок S, и сумма по всем H из O, θ от H на лямбда, вот логарифм G. Ну да, у меня H какой-то, когда A. Давайте фиксируем Z. Как бы меняется порядок суммирования. Если Z фиксировано, то когда H пробежит всю группу O, H на Z пробежит всю группу. Правильно?
Но я новый букву ваших означает. Чего-чего-чего? Если мы фиксировать один элемент группы, и будем умножать на все остальные, то опять все элементы группы в другом порядке. Ну. Вот. Так, ну все, это победа на самом деле. Все, ладно, кто успел? Порядок S делить на порядок P. Порядок A. Здесь будет сумма по всем H из O. А здесь будет тета от лямбда от ну, H минус первый G H. Логарифм G H. Вот. Да. Это то же самое, что порядок S делить на P, порядок A на сумму по всем H из O. Тета от лямбда от логарифм g h минус первый. Да? Так. И последнее. А, даже это не надо делать, да? Ага. Даже это не надо делать. Да, наверное, не надо. Сейчас я соображу. Сейчас. Почему это так? Я не понимаю, почему так уже множество получилось. Так. Это все так, это все так. А, ну все, да нет, ладно. Да, конечно. Даже последнего не надо. Даже последнего не надо. Смотрите. Смотрите. Дальше это место. Краткость. Значит, когда H пробегает всю O, то H на лямбда пробегает всю орбиту. Да? Причем несколько раз. Да? Мы даже знаем, сколько раз. Получается. Это порядок P, это порядок A. Значит, здесь сколько раз? Порядок стабилизатора, да? На порядок R. И сумма по всем точкам из орбиты. Мю из омега. Это от мю от логарифма G. Так? Друзья? Да, ну это просто x получается, что вот этот некий сомножитель, который, я сейчас не буду досчитывать, но это точно с единичным делением, корень из числа точек на орбите, на сумму по всем мю из омега, это от мю от x. И мы доказали. 39 минут. Вот. Получили формулу нашего функционального характера. В следующий раз. Ладно, мы начали занятие. Просто докажем основную теорему медиарбитра, которая гласит, что это биекция между орбитами и правильными характерами. Разные примеры приложения. А потом я буду рассказывать, как медиарбитр работает для конечной группы, там, для алгебры. Спасибо. Thank you.